тысяч, 30 тысяч, 50 тысяч, 70 тысяч, вот так вот кидал. Это удивлял. Просто, я там просто успевала стоять только с открытым ртом. Да. У нас просто слов не было, у нас эмоций не осталось, в шоке были. Самый крутой стрим, наверное, который у меня когда-либо был. Ну, чем больше донат, чем круче у меня топ донат, тем, конечно. Да, блин, на самом деле, типа, мне кажется, тут больше всего именно эмоции. Ну, конечно. Типа, насколько это прекрасно. Классно. Так оно и запечатляется в памяти у меня. Да. Эти эмоции не передать словами. Это пипец. Эти подарки еще вообще, которые я не получала. Ну, цветочки, ладно, мне дарили один раз вроде или два раза. Один раз вроде мне дарили. Новые тату. Да мне... Чё? Это не новые тату. Те же. Чё, вдвоем живете? Я живу одна, подруга у меня в гостях. Ну, то есть я не живу одна, у меня... Я с котом живу, с Каспером. А я живу по соседству просто. Она, да, она живет в соседнем доме. Мы живем в одном районе. В двух шагах друг от друга. К сожалению, это... А где музыка? А донаты закончились, песен нет. В тишине посидим пока. А родители где? Родители у себя дома. Телефон тоже в ахуе. Капец, он просто и ушел. Блин, реально надо было сделать запись экрана. Ну ладно, она у меня все равно сохраняется, правда, там вроде без звука или со звуком. Да? Да, сохраняется, чата не видно, только вот мое лицо. Круто. Вот тик, вот тихо, только вот без этих всяких кнопок, как бы только я и подарки, и все. Тоже хорошо. Ау? Ты тоже хорошо говорю. Да. Это можно в настройках там найти где-то в центре трансляции. Записи. Просто там не все записывается почему-то. Сохраняется. Нет, ладно. Нет, ладно, мы, конечно, понимаем, типа, круто подарить такие все на эмоциях. Но не забывайте, пожалуйста, что у вас закрепи, что... Ай, блядь, нужно заказывать песенки. Вот такое. Не то чтобы нужно, не то что мы вас заставляем. Ну да. Если вас устраивает в тишине, то посидим в тишине. А я включу все на свои песни. Нет, давай реально чуть посидим так. Я тихо ее включу. Ладно. А что тебе подарили? Мне подарили загадочный фейерверк. Из него потом вылез лев. Там прорисовался. Подарили цветы и подарили купер дома. Типа есть купер, плывет домой, едет домой. Мне их дарили. Но самый дорогой из куперов, подарков... С купером. Это когда он уже дома, наконец-таки, с щенятами своими. У меня же давление подскочило, когда цену увидел, говорит. Без серканвы эдаул мама застермисен. Мистерим. Серканвы эдаячок севирум бенчинка. Девушка бросила, что делать? Жить дальше? Туру-туру. У меня же настрой какой-то появился, настроение появилось. Даже без, типа, без музыки в тишине могу сидеть. Настроение вообще зашибись. Неважно, закинуть или не закинуть денег на Каспи. Главное, закинуть. О, заман, я зайдем с она чего обереченную. Дене Велерсен. Это вообще трэш какой-то. Я же тебе показывала, что у нас в доме этот, в подвале. Mm-hmm. А, в итоге, короче, выяснили у ПКСК,
Со всего нашего района. Это у нас в нашем районе проблема с канализационными трубами, и все это сейчас идет в наш подвал. Пиздец, блядь. Блядь, не дай бог, сейчас мне дома будет какая-то хуйня, блядь. Там и так очень много воды было, если сейчас затопит, там реально. А ничего не делают? Там, типа, кусная суть, сейчас приедет трактор, будет откачивать воду. Но там никто ничего не откачивает, мужик писал в группу сейчас. Капец. Я не матерись, говорят. Сороконожка. Фу, да, я видела вообще его. Меня тошнить начинает от такого. Айдос. 500. Живешь, милая, милая. Спасибо большое, Айдос, за донат. Thank как you. Тут не материться, если тут... Ну да, ну, вы увидели в это видео? Покажи это видео, они сейчас все начнут материться. Где она не материлась? Тут без музыки неинтересно. Это вообще трэш. У нее там реально подвал. Представьте, новостройка. Это нужно убрать. Давай, бери. Это вот ее подвал, он полностью затоплен в воде. Ты мне другое видео показывай, где там вода льется. Сейчас еще покажу, да. Ярко все прибавлю. Это вот прямо сейчас происходит. Уже сколько часов, да? 3 часа, наверное, где-то как-то мне пришло. А больше? Нет, вот это вот, короче, это было в 9 часов. Это было в 9 часов вечера. Представьте, что сейчас у нее происходит там. А она на первом этаже живет, чтобы вы понимали. Берегини болото. Вот аэропорт, болото, Берегини болото. Белейка тоже на болоте. Береги вроде на нормальном месте стоит, правильно? Один хер такая херня, блядь. Шпистит, блядь. Говорила я, не надо в этом районе брать, блядь. А в каком районе надо было? Я хотела от нормальной Белейки. Песня. Включаю. Купальник нужен. У меня есть купальник.